зовут Екатерина, и сегодня я хочу поговорить о ростках пшеницы. Чем же так знамениты эти ростки пшеницы? Что же такого особенного в этой, можно сказать, на вид траве? Трава травой. И на вкус, как трава. Так что же такого в ней особенного? И почему же она так полезна для нашего организма? Из ростков пшеницы обычно делают сок, также делают масло. И это оказывает просто волшебные целебные свойства на наш организм. Нормализует работу кишечника, работу мозга, работу сердца. Все участки организма начинают работать просто великолепно. И вот эта трава прекрасная, замечательная, она содержит более 100 витаминов и минеральных веществ. Это просто огромное количество. И всевозможные кислоты. И при этом абсолютно не содержит сахара. То есть сок из этой травы просто рекомендуется употреблять людям, страдающим диабетом или которые расположены. И также, если, например, у вас есть лишний вес, вы хотите похудеть, я просто вот буду вам рекомендовать настоятельно употреблять ростки пшеницы в каком хотите виде. И вы очень-очень быстро нормализуете работу вашего кишечника и очень быстро сбросите вес. Также это вам даст такой огромный заряд бодрости и энергии, что вы просто удивитесь. Я каждый день пью смузи с разными ростками или вот сок из этой травы. И в 6 утра я просыпаюсь, у меня всегда полно энергии. У меня не бывает такого, что у меня нет энергии. Я всегда очень энергична. Что задумала эта женщина? Честно сказать, я все-таки думаю, что потому что я употребляю натурпродукт, я употребляю натуральные витамины. Я не хожу в аптеку, я не покупаю витамины в аптеке. Не покупайте витамины в аптеке. Просто настоятельно и категорически вам это говорю. Вот это самые лучшие природные витамины, которые вам необходимо употреблять. Прекрасное это, что сок из ростков пшеницы очищает ваш организм, очищает от всяких паразитов и от избыточного холестерина. И вы можете выращивать дома. Это достаточно несложный процесс, но занимает время. Трава растет где-то, ну не трава, я ее называю травой, для меня она, потому что выглядит как трава, но на самом деле вот эти ростки пшеницы, будем называть своими именами, она растет где-то 2 недели. Я потом покажу чуть позже, как ее выращивать, или вы можете, в общем-то, найти уже информацию в интернете и сейчас. И если вы не хотите, конечно же, выращивать эти ростки, например, вы не хотите заморачиваться с этим, да, вы можете покупать ее на каких-то рынках или в местах, я не знаю, там, здорового питания. Сейчас уже много таких достаточно магазинов. И делать этот сок вы можете дома выжимать. Но если же вы не хотите сок выжимать, то я просто уверена на 100% вы сможете найти этот сок в магазинах. То есть, конечно же, это не простой какой-то там магазин, это, скорее всего, будет какой-то магазин здорового питания, да, или, может быть, это какие-то рынки, специализированные фермерские рынки. Старайтесь употреблять этот сок из ростков пшеницы, ну, если не каждый день, то хотя бы через день. И вы увидите уже буквально через неделю-другую,
как у вас нормализуется работа вашего кишечника, и вы увидите, как вы быстро начинаете худеть, если вы хотите похудеть. Если у вас нету такой цели похудеть, то в любом случае вы ощутите комфорт в организме, ощутите просто какую-то легкость. И в то же время прилив мощности, энергии, прилив энергии, силы, да, вы ощутите это на себе. И, конечно же, вы увидите это не только внутри организма, но и снаружи организма. Это скажется и на волосах, и на коже, ногти. Это вы все увидите прекрасно уже через несколько месяцев, как это у вас будет все меняться и отражаться на вашем собственном организме. Поэтому употребляйте, выращивайте. Или же покупайте и пейте. Настоятельно вам рекомендую.